Смотрите, кто-то скачет. Дай-ка в воздух. Дозвольте сниму, ваше благородие, а? Далеко не достанешь. Кажись, попал. Что не весел ты, друг мой, молоденький. Наливай-ка полнее вина. Ах, поручик, поручик, Володенька, эполеты, глаза ордена. Накатила тоска изуверская, а с рассветом по новой в огонь. Запивай-ка, мой свет, офицерскую. Пуля дура да вынесет конь. То ли грудь в крестах, головаль в кустах, все едино за веру. Вперед. А до той весны не приснятся сны, только осень, да осень весь год. А до той весны не приснятся сны,
Только осень, да осень весь год. Что за люди? Хорошие люди. Начуват, попразились. Хана, трилер, гальварсла, ташкарга чехларин. И быстрее что-нибудь поесть. Сделаю, хозяин, сделаю. Хоболеда, сейчас. Хана, пойдемте. А ну давай, шевелись. Разлеглись. Давай, давай. А ну давай, вытряхайся. Давай, давай, давай. Да. Номера. Заносите. А это сюда. Лошадям бы корм задать, а хозяин говорит нету. Что значит нет? А ну пошли. Слушаюсь. Садитесь. Этого сена все равно не хватит, ваше благородие. Не хватит, пусть со дворов соберет. Василий Андреевич! Ночью не забудь. Да бросьте вы суетиться. Проверь. Идемте с дороги, причастимся. Вот это другое дело. Эх, давайте выпьем, Алдаханов. Все обойдется. Может быть, вас еще и оправдают. Стой. А? Кто такой? Это Бахша. Соседнего кишлака на свадьбу едет. Ну, пусть тогда он и нам что-нибудь сыграет. Хорошо, хорошо. Идите, о, идите. Благодарствую. Спасибо. Приведи этого. С балалайкой. Пусть хоть попоет, что ли. Слушаюсь. Только не очень страшное что-нибудь. Вставай. Слышь? Эй, ты, вставай. Идем со мной. Сейчас будешь петь. Боже мой, еще один день и Ташкент. А там гостиницы, белые простыни. Женщины.
Вам, Николай Александрович, как от Бога свалилось. Через 2 месяца только будете вспоминать нашу нирвану, как во сне. В белых перчатках, по Крещатику. Я и сам не верю. Помню, забыть не могу о неукротимом намазе. Первая песня тебе, с тебя свою песню начинаю. Что же мне спеть? Песнопений во всем ты достоин. Спеть ли о том, как бесстрашен ты был, справедлив, человечен? Не предавал ты друзей и товарищей верных. В духе свободном твоем рабского нет ничего. Слушай же песню мою о тебе, справедливый намаз. Чего он поет? Да так, о разном. Ну, наше здоровье. Занятный старик. А, Молдаханов? Ты узбек? Да.
Служишь русским? Отслужил. Али, три шага вперед, марш! Шаг вперед. Али, на месте, шагов, марш! Baylar kurusun Baylarını kahra yer yusun beresin İşlem yatkan kemmağa kulladın yanına kirdeyi Манау! А это мой караван в Россию. Какое раздолье. Благодарю вас, Баратбай, за ваше гостеприимство и за эту прогулку. Говорят, нежданный гость посланец Аллаха. Вы истинный мусульманин, Баратбай. С вами можно иметь дело. Яром путчик-то. Скачи к баю, пусть все приготовит. Гости скоро будут. Вот еще один херман. Не беспокойтесь, сколько вам надо, столько и будет. У меня такие херманы красуются в 15 местах. Если желаете, можете их все посмотреть. Боюсь, только это утомит вас. Высыпай. Ну? Опять бунтуешь, собака? Хамид, возьми себя в руки. У нас гости. Намаз, до каких пор ты будешь совать нос в мои дела? Приехал управитель. Опять ты. Сынок, он ни при чем. Виновата вот эта женщина. У бедняги недавно от голода умерли двое детей.
Еще один малец лежит при смерти. Дай ей мешок зерна или отправь на каторгу, а заодно и нас всех. Уходите. Тохтеляр. Стойте. Мана. Вот. Олилер. Берите. Хаммаза сезларники. Все забирайте. Сегодня видела во сне отца. Веселый такой. Звал меня к себе. Не заболел ли? Мы обязательно проведаем его. Вот съезжу в Самарканд. И сразу отправимся. Ты не должна сейчас волноваться. Думай о нашем богатыре. О сыне. Смешной вы, Намасака. А если девочка родится? Ты уж постарайся. Мне нужен сын.
Саламат мусходи. Как поживаете, хозяин? Ким ты кто? Забываем старых друзей? Арслан. Арслан. Считай, с того света сбежал. Это мой друг. Заходите. Открой ворота! Нет, Намазбек, похоже, нам лучше уйти. В моем доме никто не посмеет вас тронуть. Что вам угодно? Господин управитель, мы ищем преступников. У меня дома? Их видели в Дагбеде. Они должны быть где-то здесь. Но не в моем же доме, поручик. Извините. Не торопитесь, поручик. Открой, предатель. Крутите покрепче. Шакалы. Yana, ayt. Namaz yolları indi başlam geledi. Niyet kermeydi kılın kuşlatıp geledi. Zalim baylar yer dışı. Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Набодрись и встреть их грудью, и ударим на врагов. Труден путь, кругом засады. Твердо стой, не трепещи. Жаль коня, но что же делать? От погони ускользай. Обогряя губы кровью, верь в победу, мой намаз. Намазбек! Казаклар! Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар. Говорят, вы очень по мне соскучились, баята. Еще как. Такой дорогой гость. Куда запропастились эти безмозглые? Чары!
Я здесь, господин. Ну что глаза таращишь? Расстилай дастархан. Слушаюсь. Не стоит, Чарли. У меня еще много визитов. Так что сразу приступим к делу. Джуман, помоги Байю. Нет. Я сам. Держи. Грабитель. Что тебе еще нужно, разбойник? Чары, дай поднос. Запомни, Боратбай, пока я жив, ни один бедняк не будет твоим должником. При свете спите, господин Муратбек? Боитесь темноты? Свяжи ему руки. И рот заткнуть? Не нужно. У меня болит горло, кричать не стану. Знатному господину положено верить на слово, Кенджа. Куда ты? Помогите. Не прикасайтесь ко мне. Пустите. Не трогайте Бека. Чернь проклятая, забирайте. Все берите. Будьте прокляты. Грабители. Бегим, Хозер. Başarılarını kursun. Lablarına bol koyuva. Ah yüzüne hal koyuva. Kakıllarını tüyüve. Kiradı kızlar pazarını. Все видели новый дом Хафизбая? Да, не дом, а дворец. Хафизбай бессовестно обманул строителей. Не заплатил им ни таньга. А его люди избили, бедняк. Кто работал у Бая? Подойдите ко мне. Куда, молокосос? Ойле, слава создателю,
что он не дал вам 4 рук. Если бы у меня было даже 30 рук, и то бы не ухватил столько, сколько ты можешь одной. Сынок, возьми их с собой. Кроллары бар. Они ждут в Коктераке. Оружие у них есть. Коней найдут. Намазбек! Намазбек, казаки. Пусть хоть сам Азраил гонится по пятам. Все равно негоже открывать дверь пинком. Как вы добрались? Кругом казаки. За домом следят. Не тревожься. Я унесу тебя отсюда на крыльях. Так что птицы повидуют. Сабр клонится. Потерпи немного. Дальше мы поедем на фаэтоне. Вот ты и попался, неверный пес. Не бойся, душа моя, я с тобой. Отойдите. Отойдите же! Хайниса, сейчас, потерпи. Мараздар. Аллах, помоги ей. Хайниса, сабр хазар. Ублюдки. Отойдите, люди вы или нет? Хайниса, хазар, сабр хазар. Любимая. А ну, уберите его. Не подходите к ней. Мерзавцы. Мерзавцы. Потерпи. Потерпи. Oh,
Не смей, грязный иноверец. Не прикасайся к ней. Стойте. Хамид. Хамид. Намадисан. Что тебе? Ильтимас. Развяжи руки. Ну, будь человеком, мне нужно. Приспичило от страха. Тогда сам расстегни мне. Развяжите его. Разрешить его, как при попытке к бегству. Нет, я должен отвезти его к губернатору. Стой. 10 шагов. И не больше. Встать. Я так не привык, поручик. Привыкайте. У мусульман так не принято, господин поручик. Ладно, черт с вами. Только побыстрее. Ну, на, подвкалды. Что, к земле прирос? А ну, помоги ему встать. Живым! Тезра, поуедиля! Живым! Не стрелять! Тезра! Жануар қарсақта ен қатып барады. Дұшпанларды енді қатып барады. Чөллерді бәрін ұйлатып барады. Дұшпанларға еттірмейді енді кетіп барады. Арқазыдан дұшман енді қуады. Қарамады намаз бәлін пәстіге. Тегізе чауады дұшман үстіге. Қаза бермейді бір әттәсі енді башнасын ғай. Хайда батының нама күнәді. Вот и прибыли. Полинимер. Осторожно, родная. Ассаламу алейкум. Как поживаете, Куркутата? Алейкум ассалам. Здравствуйте. Благополучно ли прибыли? Добро пожаловать. Проходите в дом. Кириллер. Располагайтесь, сынок. Я спрячу фаэтон.
посильнее. Ух ты какой. Он и я. Вот ты и мать. Мать мужчины. Диана. Дай сюда, смотри. Рахмат, учись, получится. Анабека Берча? Оглянулся, наших нет. Я один остался. А этих человек 20. Ну ты, Чары, конечно, не растерялся. Показал им, что джигиты быстрее коня бегать умеют. А ну у вас. Налетай. Налетай. Уважаемый Баратбай, вы уверены, что они не переменили место? Нет, не должны. Случилось, Баратбай. Они уже здесь. Эскадрон! Слушай мою команду!
Арслан! Арслан, пройдешь по левому флангу. Боя не принимать. Чары, что случилось? Каркута-та умер. Завтра похороны. Как добрался, Кенжа? Что с оружием? Все в порядке. Каркут умер, ты слышал? Да. Все мы в руках Аллаха. Я провожу его в последний путь. Он был мне вместо отца. Мы поедем с тобой. Там может быть засада. Арслан. Нет, Арслан. Я не могу рисковать людьми. Со мной поедет только Кенжа. Возьми еще чары. Мне будет спокойнее. Нечестивцы. Бей их!
Ружье. Хамид-бай, засада. Подыхай, собака. Нынчешь. И сам справедливым я быть меж людьми не желал бы. Да заказал бы и сыну. Но как же тут быть справедливым, если всем миром злобная корость владеет? Ненависть, спи. Успокойся, сокройся средь горных ущелий. Сердце, терпи. Ты другое, еще пострашнее стерпела. Ненависть, спи. Поздравляю вас, Кинжабек. Да-да, поздравляю. Его превосходительство удовлетворил нашу просьбу. Вы можете стать богатым, очень богатым. И мир Бухары дает вдвое больше. Так что голова этого намаза стала поистине золотой. Действуйте. Namaz ölerden keyi veren ey oğlumlar bildi. Hak tıntırıp kubbaylarda öldürdü. Zorluğunu baylar keyi namaz bildirdi. Шерняяс. Есть большое корыто. Зачем? Хочу искупаться. Ты еще очень слаб. Не упрямься. Хорошо, сейчас принесу. Оно на берегу. На берегу. Да. Отнеси меня на реку. Привык я на тебе ездить верхом. Помолчи. Как бай. Сын мой, к тебе обращаюсь в надежде услышанным быть. Вот что прекраснее всего, что я в мире оставил. Первое – солнечный свет, справедливость и честность. Второе – блестящие звезды и месяц, к жизни любовь и надежду. Третье же – плеть и кинжал, ненависть к сытым, довольным собой подлецам. Вот что оставил я в мире, сын мой. К тебе обращаюсь, к живым обращаюсь, к потомкам. Ну вот теперь я чистый, как ангел. Шердияс, когда придут обмывать мое тело, скажи, что ты исполнил обряд. Не хочу, чтобы они раздевали меня. Похоже, пришел мой час. Не говори так. Мы с тобой еще... Потерпи, потерпи, дорогой. Сейчас приведу лекаря. Я быстро.
Кенджа. Сен барбар оласан, Намазбек. Тебе все равно умирать, Намазбек. Книг биткен. Кенлейна нархана. А сколько стоит твоя голова? Бля сама. Знаешь? Открой глаза. Я должен видеть твои глаза. Открой. Собака. Продажная тварь. Никто не получит твою голову. Шарнияс, быстрей! Намаз.
Александр Николаевич, вы в Киеве по одному адресу не зайдете? Зайду. А чего ж не зайти? Там знакомая у меня. Только вы ей не передавайте ничего. Скажите, жив, здоров, велел кланяться. И хорошая знакомая. Хорошая. Да уж замужем, наверное. Завидую я вам. Да что же мне завидовать-то, Василий Андреевич? Я ведь 12 лет в этом краю, лучшие годы свои отдал. И дальше Ташкента никуда не ездил, разве что в Пензу за новобранцами. Я уж и от людей-то отвык. Да бросьте вы, вас еще в Киеве оженят, еще таких хохлушек, наглядитесь. Хутор возьмете, в гости к вам приедем. Да, вроде ничего. Деньги-то есть. Жалование тратить не на кого было. Да и коня в Ташкенте продам. Как думаете, рублей 100 за него дадут? Строевик все-таки. Не могу сказать. А я и вправду. Приеду, осмотрюсь немного, да и женюсь. Хоть немного поживу по-человечески. Ну вот так вот попрошусь кадетам в училище преподавать строевую. Вот так тихонько. Поживу, состарюсь и помру. Да бросьте вы, мы вас еще полковником услышим. Вы-то, Василий Андреевич, хоть времени за... Не теряйте, мы-то все уже
Науки свои позабыли. А вы пока молоды, обложитесь-ка книжками. Да поступайте в академию хоть каждый год. А я по всему, видать, женюсь. Слышите, Молдаханов, не робейте вы. Я бы на вашем месте тоже ее вызвал и пристрелил бы. Вы молодец, ей-богу. Дальше рядового вас не разжалуют. А тут война, глядишь, скоро, говорят. Так что снова погоны вернут. Я еще к вам в гости приеду, мы еще вместе посмеемся. С ума сойти. Вы представляете, мы с вами завтра увидим электричество. Как вы насчет электричества? Ох, электричество за мой счет, как водится. Пора, что ли? Александр Николаевич, куда вы? Да. Да, сейчас, я сейчас, сейчас. Вот Епишкин драндулет. Придержи коня. Кто стрелял? Шинель принеси. Осторожно, отойди. Аккуратнее, аккуратнее.
Неужели принес? Попроси хорошенько, дам. Хороший, единственный. А что мне за это? Пол жизни отдам, милый мой. Все, что хочешь. Вот. А ты знаешь, что это такое? Сотый чистый мед. Ты что, отворачиваешься? Да ты попробуй сначала. Это воск, не какая-нибудь дрянь. Его жевать можно. О, Господи. Ну что ты упрямишься? Это же лучше гранат. Встань, собери зерно. Вон, кот нюхает. Что за проклятие? Почему меня не тянет на соль, на глину, как всех? Одни гранаты перед глазами. Хоть ты и беременна, но знай меру. Ты же знаешь, почем они? С самой зари мечешься по всему дому. Дрова рубишь, воду таскаешь. А бай гроши мне платит. Я же не из упрямства прошу. Понимаю, понимаю. Ну, а где взять? Что прикажешь, бая убить? Или себя заложить ростовщику? Ну, что делать? Говори. Ты прокляла еще не родившегося ребенка. Но ведь мог
мог же ты на эти самые деньги купить гранаты? Да, мог. И купил бы, если бы захотел. А я вот мед купил. А зачем? Назло тебе, чтоб ты помучилась. Ну что ты плачешь, сама же довела. Не покупал я этот мед. Не покупал. Повезло мне. Выпросил у Кадыра. Он хозяину вез в подарок, а я выпросил. Понимаешь? Чтоб тебя, глупая, обрадовать. Хоть раз в жизни сама-то мед ела? Небось, нет. То-то еще фыркаешь. А мне пришлось попробовать. Один раз. Сегодня у Бая праздник. Много гостей понаехало. Пещик той. Байского сына первый раз в люльку кладут. Видишь, как красиво. Эх, сколько денег на воздух пускают. Один огонек, одна тангия. 100 огоньков, 100 тангия. Это все равно в 5 раз больше, чем он мне платит за месяц работы. На, зашей. Возьми, говорю. Можешь не кричать. Подумаешь, приспичил. Успеешь, зашью. Нельзя же на каждую мелочь обижаться. Ничего не поделаешь. Бедность. Будь она проклята, эта бедность. А что? Разве я скрывал от тебя свою бедность? Еще не поздно. Можешь выйти за богатого. За 2 граната ты готов продать свою жену? Как? Значит, я не приносил тебе гранатов? Никогда. А на той неделе гранаты любовник приносил? Да, любовник. Ах, вот оно что. Не надо, не надо.
Где ты был? Что наделал? Ну почему молчишь? Говори же, что ты наделал. Ну зачем? Ну зачем? Жизнь.